Привет! Сегодня я ходил в школу, и там на уроке технологии я сделал вот такую штуку. Называется грибной день. Тут два подосиновика, тут мухомор, тут большой гриб, тут веснушки, тут кустики такие маленькие. Ой, я просто все время путаю веснушки и свинушки. Что-то у меня такая штука. Почему у меня тут часть съедобная, а часть несъедобная? У нас просто в классе показывают, ну, прям картинку, и мы по ней делаем. Иногда учитель тоже показывает, как делать. Но сегодня не показывали, и я сделала вот такую картинку. Вот два подосиновика съедобные. Этот большой, я думаю, тоже съедобный, но не знаю точно, потому что я не знаю, какой это гриб большой этот. Свинушки съедобные. Это кусики просто маленькие, ну, типа они немножко вдалеки, это роза тут у меня еще одна. Вот тут роза. Там где-то в серединке вот растет роза, так красиво. Было несложно делать, ну, только я не очень не успела все сделать. Еле-еле потом успела. Я просто не успела на фотографию. Я пыталась впихнуться, но мне пришлось поторопиться. Вот поэтому я говорю, что я как бы я не успела. Если я бы не торопилась, то я бы не успела. Мы делаем иногда оригами, иногда вот такую вот. Иногда спустили на... Вот, например, один раз из пластилина налепили посуду. Хоть это в первом классе было. Мне нравится рисовать и лепить, и раскрашивать. А вот это тоже я люблю делать. Ну, иногда мне лень, потому что там пальцы больно, честно говоря. Немножко пальцы, да. Мы не ножничек. Никакими ножиками не делаем это. Но я срезала там, да, лишние кусочки, передвигала их на какие-нибудь места. Да. Но мы вот эту аппликацию делали, смотрите, вот тут вот прожилки, видите? Сейчас я вам покажу, как делаем. Оп, вот, замазали. Вот так мы всю эту аппликацию делали, а то я уже такие маленькие кусочки вот так раздавила. Внизу трава, а сверху нам просто сказали взять зеленый фон, и я и взяла. Пока, до новых встреч!